Правда, очень много событий, очень много информации. Сложно было разобраться, вы знаете. Стало понятно одно. Нам нужен новый президент, начинаются у нас выборы. Появился новый список кандидатов. У нас, значит, мы набросали, значит, список. Их очень много. Значит, ну, во-первых, новые появились темные лошадки. Но есть и старые лошади. От свободы пойдет Тягнибок. Я вам скажу честно, он не хотел идти. Его Бенюк и Мирошниченко заставили. Юлия Владимировна Тимошенко. Ну, что касается Юлии, нас волнует, как ее здоровье. Ну, именно волнует, как так она быстро выздоровела. Дальше, значит, кто еще? Виталий Кличко снял свою кандидатуру. Тут мне трудно что-то сказать. В этом плане у нас с ним одинаковые сложности. Хотя, вы знаете, если бы он выиграл, можно было наконец-то разрешить старый детский, понимаете, спор. Кто сильнее, дзюдоист или боксер? Идем дальше, друзья. Порошенко. Я вам скажу, значит, если, значит, не убрать всю коррупцию в нашей стране, Порошенко выиграет. Знаете почему? Потому что с советских времен мы помним, что плитка шоколадки открывает любую дверь. Янукович, ну, у него вообще шансов нет. Если раньше он был человек с криминальным прошлым, то теперь это человек с криминальным будущим. И была идея, вы знаете какая? Президентом Украины сделать Путина. Это единственная возможность забрать обратно Крым. Поэтому, знаете, как говорится у нас, из двух зол выбирают меньше. Там тут сложнее, у нас их аж 23. Поэтому попробуем справиться с этим. Подумаем. И будем думать весь наш концерт. Спасибо вам, что пришли.